Ночной рейд в Петровском районе начался после комендантского часа. Совместно с бойцами взвода быстрого реагирования 2-го батальона тактико-разведывательной группы Республиканской гвардии я выдвигаюсь в путь. Задача патруля направлена на выявление диверсионных групп, проверку документов у людей, которые перемещаются в поздний час, и в целом контроль за правопорядком. Наш маршрут начинается с единственного круглосуточного магазина в Петровском районе. Бойцы проверяют, не продают ли спиртные напитки после комендантского часа. По окраинам проедемся, сейчас по центру. Единственный магазин, который ночью работает, ну, для ополченцев. А поедем, потом посмотрим, чтобы там алкоголь не продавали. А потом по окраинам. Это как именно поселки? В стороне Маринки и Красногородки. В боевой линии? Да, ближе к линии фронта. Чего так поздно? На работу иду. Работать? Да, работу. Проверить стоянку свою. Счастливо. Спасибо. Движемся дальше по намеченному маршруту. Тихий спокойный патруль нарушает разрыв мины сбоку от нашей машины. Повезло, что корректировщик, который работал по нам, сработал неверно, и следующая мина упала позади автомобиля. 11-ю поворачивай. Вот сюда вот сейчас поворот поворачивай. В поселок заезжай, тормозись. Вот здесь вот. Это прям по нам сработала мина или это просто случайно? Это прям вторая вот она. Вот там, по-моему, да? Лягла или оттуда залпнула? Нет, лягла там. Лягла. Аборитная снабдь. 4 мины упали позади нас. Выгружаемся из машины, вокруг кромешная тьма, света звезд не хватает для съемки. Это где-то сколько от нас было расстояние? Метра два. Нам повезло, что она с оттуда летела. Перед нами лягла в кабине. Я с водителем остаюсь у бетонного забора, а наша группа выдвигается на вылазку на предмет выявления корректировщика или глаз противника поблизости. Но темное время суток на руку противнику, и группа возвращается ни с чем. В принципе, большая часть дорог в Петровском районе хорошо пристрелена подразделениями украинских военных, которые базируются в Маринке и Красногоровке. Чем мы движемся? Через 10-ю на первую и в центр Петровки опять назад. Кружок по владениям. Ну от нас сейчас сколько сейчас получается линии фронта? Мы вдоль нее двигаемся. Ну километр. До нуля. То есть те объекты, куда мы сейчас дальше едем, точно так же удалены от фронта где-то на километр, правильно? Да, в районе, ну, вот километра полтора, так как дорога петляет, где-то так. Едем дальше, через специфическую зону – лесополосу, где находятся как минимум две огневые точки украинских пулеметчиков. Именно здесь чаще всего заходят разведывательные группы. Стрелки берут под контроль лесопосадку по обе стороны дороги. Кинь, ты там, наверное, как-то поменялся местами в идеале. Открыл окошечко и высунул ствол. Это надо, чтобы... Потому что левая сторона сейчас будет опасна. Это зеленка. То есть тут возможно ДРГ, все что угодно возможно. В случае провокации или начала ближнего боя бойцы ВБР готовы открыть огонь. Позиции ВСУ находятся на расстоянии километра через посадку, которая считается нейтральной зоной. Такой путь на поселок 10-й шахты. Благополучно миновав опасный отрезок пути, мы заехали к бойцам на один из блокпостов. В таких условиях живут люди, которые несут службу на блокпостах. Как дела? Как давно воюете? За что воюете? Воюю уже полгода. За свою землю. А вы сами донецкий местный? Конечно, с Трудовских. Хорошо было видно, как в огне зажигательных снарядов, как в фейерверках, находится жилой массив. Вероятнее всего, это поселок Шахты Абакумова. Зажигательные снаряды, да, какие-то используются? Да. Ложится, наверное, километров 5, может. То есть это район Абакумова где-то? Да. В целом, за сутки с 12 на 13 февраля в Петровском районе разрушения от прямых попаданий не зафиксировано. Есть повреждения остекления в результате воздействия взрывной волны. Погибших от военных действий нет. Один человек получил осколочное ранение. Оксана Волчонок, телеканал «Новороссия», Донецк, Петровский район.